Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной интересный тестик. Будем тестировать. Не знаю еще кого точно, ну кого-то да будем. Так, поехали. Кто там у нас остался из таких интересных героев? Кого мы качали? Киндюшку я вам показал. Такс. Дрейка мы смотрели, стрелка. Давайте сердцеедку затестим на 30-м прорыве. По идее, баба огонь должна быть. Вот такую вот сборочку, не особо хитрую. Так, у нас тут пиромах. Можно. Что-то типа такое. На урон собрать. Герой действительно интересный. На PvP локациях, на фарм локациях. На 30-ке, я думаю, сейчас будет раздавать направо-налево. Высокий, имеет очень высокий шанс крита, поэтому тут забор энергии. Сейчас будет все разлетаться в клочья. Единственное, надо найти нормальную чарочку. Единственное, ну еще один минус, то что очень сильно батражалка убивается любую, поэтому тут... Мне кажется, даже лучше ПДшка будет, чем пак. Но мы потестируем с пактом, так как там урона побольше будет. И девятая ремка. Чисто, знаете, такой ПВПшный вариант. Так, хранитель леса, передача. Ну, блин, дайте пятерку. Не хотят. Издеваются, как обычно. 4-5. Использовать можно, в принципе, и на Архидемоне, показывал уже. Тоже не один раз, довольно-таки много дамага. Плюс очень неплохо она заходит на Архидемоне, где есть забор энергии. Работает. Она хорошо уменьшает. Вот так, в принципе. Я, честно скажу, не особо ей пользуюсь. Но иногда приходится. Но в любом случае на таком прорыве она должна просто ушатывать. Сейчас мы это проверим. Только все никак нормальную чарку не вытащим. Доспех. Вот давайте поставим доспех. Мать его, вот так. Такс. Поехали. Такая, знаете, атакующая сборка, плюс жизнь, она себя отхиливает еще будет. Поэтому интересно будет на это все посмотреть. Так. Поставим сюда ангела. Поехали. Let's go. Так, зеленый смотритель. Ну, это ее смотритель. Фу, ничего себе. Смотрим. Раз-два минус лям и все, и до свидания. Ну, интересно, какие хоть у нее там статы. Ну, лям 100. В принципе, так оно и есть. Ну, вы сами все видели. То есть, что-то сделать просто нереально. Да, герой сейчас... Ну, посмотрите, вот. Раз-два и все. Даже при такой прокачке, я сейчас гляну, что у меня там, ну, конечно, лучше с уклонением. Даже при такой жизни, ну, у нас крит, то есть шанс крита, чем выше. Да уж. Ну, я вам показывал много героев уже 30-х, но видите, в рейде сливают просто на ура.
ну вот Фрэнки, 60, 60, 60, 70. То есть вообще без вариантов. Делать дафную сборку для такого героя возможно. Смысл есть, если он будет максимальный такой вот. Так, давайте тут. Ну, смотритель, видите все сами. Насколько смотритель дофига дамажит. Просто нереально. Давайте, давайте трешанем, ребят. Давайте уберем ремку нафиг. Точнее, ремку останем, оставим. Сейчас попробуем. Ну, ремка, в принципе, тоже классная вещь, но для этого героя поставим СО. И качнем. Вообще сделаем дефный вариант. Дамажить она и так будет дофига. А вот на деф интересно посмотреть. Так, убираем пакт, ставим сюда. Стойкость. Смысла нет. Давайте ставим каменку. А, знаете, что поставим? Не каменку. Арвения. Такая вот сборка у нас будет. Поменяли мы немножко героя. Поехали. Сейчас интересно будет посмотреть, будут ли также сливать. О, теперь дело. Вот посмотрите, насколько поменялось все. Ну, 11-16, но это не раз-два уже. Но все равно сливается. То есть, что так, что так. Как видите, атакующий вариант, дефный вариант. Герой слив... О, отлично. Это этот же самый. Вот уже 148, 160. Вот такие вот, ребятушки, пироги. Поехали по локациям лучше другим. Давайте так. Давайте здесь посмотрим. В рейдах, думаю, мы определились, что уже, к сожалению, не то. Так, пробуем тут. Сейчас мы посмотрим, там как раз есть хрон. О, понеслась. Ну, урона, как видите, 50, 70, 100 тысяч, 200 вылетает. Там сейчас чуть-чуть не слились. Ну, то есть 200 тысяч это нормальный урон. О, ничего себе, нам порезали отхил. А что это такое? Это как так? Она была слита уже. Что-то я не понял. Прикола. Давайте еще разок. Герой, как видите, дальнего плана. Очень много атакует целей. Ну, урон, честно скажу, не особо радует. Ну, у нас деспект такой хороший, хороший, очень дефный вариант. Сейчас посмотрим, что у нас вообще получится в итоге. Ну, так-то вроде вторые эволюции здесь выносят. Здесь увеличенные жизни. Сейчас дальше забежим. Дальше будет поинтересней. Так, Фрейя. Вот это интересно уже. Она дебафит. Какая там Фрей... А, там без эволюции. Это не страшно, скажем так. Опять Арнес заблокировал. Так.
Ну, 300. В принципе, тоже довольно-таки неплохо. Ну, такое, знаете, средний герой, 30-й прорыв. Я бы не сказал, что там у нас получилось мега-мега-мега имба. Такое что-то непонятное среднее. Но хотя у нас деф топовый. Еще и плюс ангел. Вообще герои не должны пробивать, по идее. Ну, тут вопросов нет. То есть, ну, такого плана герой, не знаю, чисто мне кажется, забэшный вариант хороший, это если ремочка будет. Для ЗБ будет вообще топчик. Сейчас, кстати, смотрите, что делается. Вообще просто налегке разбирает. А что по отхилу? А череп, смотрите, череп с разбросом не дает зарядиться. Обалдеть. Вот так вот. Так, ладно. Поехали дальше. Давайте посмотрим на подземке. Так как у героя есть защита от стана, то есть на подземку тоже можно брать. Но есть минус. Герой будет мешать другим разгоняться. Это очень большой минус. Ну, я думаю, тут без проблем интересно посмотреть на урон в такой сборке. Ну, 500 000 лям. То есть миллион. Смотритель 6 выбивает с половиной. Здесь по миллиону получается. Ну и плюс дебаф тут, если я не ошибаюсь, герой режет атаку. Ну, тащит. Так, давайте побежали, знаете куда? На PvP локации, вот там будет, думаю, более интересно потестировать. Только единственное, поставим сюда ремочку, чтобы герой включался. Давайте начнем с арены. Ну, тут, я думаю, без проблем. Хотя есть Асура, на котором можно реально просесть конкретно. Ну, это противник такой себе. Ни о чем. Так, с ним разобрались. Ну, сейчас так по очереди, может, попадем на что-то интересное. Так, интересно, кто первый. Ну, дотащи, чуть-чуть не хватило, видите. Кинем сюда стрелка, помощь, чтобы немножко подостановили. Стрелок, думаю, тут соло затащит тоже в такой же сборке дефной. Не, утащили стрелка, ничего себе. Прикольно. Так, вот это, кстати, интересно. Так, не дали нам включиться. Окник это не вариант вообще. Вот тут вообще без вариантов. Ну, герои недокачанные. Так, ладно. Это все весело, поехали в самый лучший тест наш. Это вот сюда. Такс. К
Как думаете, соло затащит? Я думаю, конечно. Конечно, нет. Сейчас там, наверное, просто ушатают. Да, тут такие герои. Что? Это чё за прикол? Обалдеть. Посмотрите, что делает. Вот вам и сердцеедка. Офигеть. Вот это круто. Ну, понятно, она не сливает их. Но и они тоже слить не могут. Действительно обалденно. О, ничего себе, чуть-чуть не хватило, слило бы. Обалдеть. 3 минуты выстояли, офигеть. Без вопросов, топчик. Хорош. Вот это мне понравилось в этом герое. На PvP локациях все равно тащит. Еще один, давайте еще попробуем. А тут такая же сердцеедка. Ну, чуть-чуть не дали нам времени, чтобы включиться. С кем они там воевали, непонятно, как долго. Так, ну поехали дальше по нарастающей, попробуем против Анубиса. Ну, в принципе, тут состав довольно-таки несложный. Интересно, тут смотр больше всего пробивает. Но видите, энергию забирает, недомогание. Дают хилиться, но все равно неплохо. Я считаю, довольно-таки достойно герой себя показывает. Вот, кстати, Асура. Не, нифига. А вот Асура пошел. Посмотрите, как обратки пошли сразу же. А ну без тут. Без вариантов. Живучий какой-то охник. Неубиваемый, прям я бы сказал. Смотрите, сколько миссов проходит. Ну, не знаю, такое вот. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу...
этого героя, ну, мне реально зашла сердцеедка, и возможно, надо будет еще потестировать с разными чарами, созвездиями, чтобы было побольше уклонения, но герой реально очень и очень хорош. Особенно, когда он включен. Давайте еще разок такого попробуем. Так, ну тут в принципе смотр заблокировал, ара заблокировал. Интересно, интересно. Да, видите, отхила. Маловато будет по 5к, но все равно остался один охник. Это уже показатель. Неплохо. В общем, такой вот тестик, не знаю. Герой реально мне зашел. То есть попробуем на битве гильдии еще использовать. Немножко, наверное, переделаем. Но так, в принципе, вполне достойно. Все, пишите комменты, как обычно. Лайки, репостики. Не забывайте за конкурсы. Все дела. Сейчас, прикиньте, опять их всех посливает. Ну да, конечно. Всем пока.